На борту должна быть аптечка. Девлицапы, мастер Гопин. Теперь им занялся Сомали. Так что второй абсолютно запах. Ничего. Нужно искать дальше. Ладно, посмотрим у вертолета. Где старика? Я не знаю, о чем вы. Не знаю. Лёшка, я знаю, мы бежали вместе. Пожалуйста. Сомалиец выжил из себя. Опять. Что?
Рот, ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу горы. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Берите! Еще одна жертва. Боже, зачем они это делают?
Ей некуда Что происходит?
и замочите ее! Отсюда мне не забраться! А, черт! Так, ну, тут есть канатная дорога! Попробуй по ней перебраться на ту сторону! Хорошо, уже иду! В Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Thank you.
девчонка здесь! Скажи остальным! Вон она! Thank you.
Ой. Сейчас убью старика! Лара, не вздумай! Ладно! Ладно! Не пугал, я родом из Глазго! Кидай в пропасть! Да! Нет. Грим. Они за это заплатят. Дворец. Надо добраться до дворца. Сейчас. Есть! Черт! Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Слава богу. Да.
его в заложники, чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Мы помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да. Я прикрою всю зону до самых стен дворца. Отлично. Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Trinity. Говорит Конрад Рот с Endurance. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных и сама их вытащу. Клара, на мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. На мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим. Что это было? Кто стреляет? На мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим. Я думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Стой! Не двигайся! Они тебя... Не двигайся, они тебя заметят. Жди. Пошла. Стой, подожди, еще не время. Давай. Стой, подожди. Лара, все в порядке.
Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я не чувствую! Вставайся! Лара, их слишком много! Уходи отсюда! Лара. Я их вытащила.